Здравствуйте, меня зовут Андрей Курпатов. Я занимаюсь нейронауками, нейромаркетингом, методологией управления и мышления. Ну, я занимаюсь мозгом. Да? Как использовать наш мозг для того, чтобы бизнес был эффективен, чтобы мы были эффективны, чтобы мы достигали максимальных успехов в бизнесе. Про это я хочу прочесть лекцию, которая состоится 7 апреля в 19:00. Записывайтесь, обсудим, чем мозг будет полезен вашему бизнесу.